Привет, братан. Я теперь не братан. Я Бэтмен. Что? Почему такое выражение лица? Просто Бэтмен меня уже достал со своими посылками. Один ненормальный ищет что-то уже четверть часа. Не знаю, что уж он там заказал. Все, я нашел. Отлично. Взрослый размер, как я хотел. Ну, как там твои съемки? Вообще-то это работа мечты. Тут старые ангары, в которых снимают кучу фильмов. Например, в соседнем снимают последнюю миссию с Томом Крузом. А это смотри, моя жена в фильме. Глянь. Это научная фантастика? Почему? В реальной жизни такая на тебя никогда не посмотрит. Очень смешно, да. Познакомлю тебя с Реймоном, он играет веб-консультанта. Как дела, Реймон? Это моя сестра, Элеонора. Она мне напоминает одну очаровательную актрису в молодости. Это так мило. Спасибо, месье. Как же она любила члены. Смотри, а это видела? Вот что мне дали, такое же, как у тебя на работе. Только, конечно, в этом пуле не настоящие.